Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы собираем чернику в лесу. Многие блогеры и домохозяйки думают, что черника растет на деревьях. Я их разочарую. Черника на деревьях не растет. Она растет на кустиках. И вот результат сегодняшней сборки черники. А чернику собирают руками или комбайном, специальной гребенкой. А руками это выглядит вот так примерно. Спасибо за внимание. С вами был автор, главный собиральщик черники Сергей Суховерхий. Он же Серегин. До новых встреч!